Всем привет! Снова я. Это мои курочки. Вот они у меня сейчас пока везде лазят. Вот у нас ничего не растаял. Вот курочки, петушок. Несутся хорошо. Но они несутся хорошо в том случае, если я закрываю двери под замок. Если я двери под замок не закрыл, значит, я осталась без яиц. Потому что у нас воруют. Воруют хорошо, лазают. Собак не боятся. Хочу немножко показать, что у меня здесь вот хозяйство. Вот у меня козюлька лежит на солнышке греется. Я ее пока сюда поместила. Сено я, значит, покупала. Сено хорошее. Вот что у меня творится. Я пытаюсь чистить. Лед здесь под травой. Вот видите, я здесь чистила. Вот сено я купила. Сейчас покажу в сарай. Мои козочки вот кушают сено. Вот остальные. Там он козел стоит. Одна козочка худенькая. Она дойная, никак не поправится она у меня. Вот я в короб тут чистила навоз. Вон у меня там курочки. Я буду закладывать вот этот навоз тоже в короб. Вот. В общем, вот у нас снег понемножку тает. Потихонечку. Вот. Ну, здесь у меня кролики. Вот здесь крольчиха дала, вон сделала гнездо. Не знаю, кролица, не знаю, нет. Ну, посмотрим, не будем ее тревожить. Там еще одна крольчиха. Она тоже кролица, не знаю, кролилась, не знаю, нет. Где она? Нет, вот тоже гнездо сделано, еще не кролилась. У нас кролики что-то заболели. Один умер. Он тоже больной сидит. Один умер. Что-то у него с легкими, что ли, не знаю. Вот, вот у нас, видите, что тает. Лед. Сейчас я попытаюсь туда пройти. Я покупала сено 20 тюков. Вот. Вот висит у меня замок. Вот такая дырочка у меня для курочек. В двери. Вот у меня висит замок. Я закрываю. Потому что лазят, воруют. Помидоры собираю пока только зеленые. Вот я покупала сено. Вот полы мы еще не сделали. Вот вода просочилась. У меня куры тут навели порядок. Вот вода, видите? Вот. Вода просочилась. Надо тут... Вот я покупала тюки. Закрыла. Вот здесь сколько? Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот такое сено. Один тюк 150 рублей. Я покупала 20 штук. Так, здесь 8, 9, 10, 11. И сегодня один. Вот у меня там курочка сидит в гнезде. Вот. Молоденький петушочек. Вот здесь вот. В общем, 11 тюков у меня осталось. Вот. Надо чистить. Вот у нас, видите, мы половину вычистили. Вот здесь все почистили. Вот. А здесь вот надо чистить. От зимы осталось. В общем, вот засыпать так мне не нравится, как мы засыпали. Все равно холодно, грязно, мокро. Вот здесь надо, видимо, делать деревянные полы и постоянно их чистить. Вот тогда, мне кажется, будет ток. А вот 12-й тюк я козюльке положила, потому что, видите, что вода просачивается мокро. Мокро, мокро, мокро. Вот, да, козюля? Ай, моя хорошая. Вот я ее пока сюда, у нас там есть загон. Где я бросила сено. У нас есть загон там, но она пролазит. Вот, вот там дальше. Вот мы перегородили. Она пролазит в эти большие щели. Она прибежала. Я что-то боюсь. И они ее бодают.
Ну вот сейчас попробуй вот это открыть. Мы здесь вот есть дырку оставили. Вот, да, примерзла. Нет, примерзла. Сейчас попробую убрать. В общем, ну вот такой вот у нас обзор. Курочки у меня везде вот лазают, где попало. Пока мы открыли. Вот пока я все открыла, вот они у меня везде лазают. Вот греются на солнышке. Вот, вот везде лазят. Вот в сарае у нас тут ничего сухо, не затопило ничего. Вот сухо. Вот. Здесь повыше. Вот. Я пока не убираю. Я вот здесь вот убрала, но потом что-то здесь не стала убирать, потому что я побоялась, что затопит. Сейчас вот и половодье идет, снег тает. У меня вот в этом отделе уточки. Вот где утки, там сыро. Вот сыро здесь. Вот у меня еще гнездо. Вот две курочки тут. Надо еще здесь сделать. Вот, вот так они у меня несутся. Вот. Вот такой вот у меня обзор на сегодняшний день. Всем пока-пока. Даже облака такие красивые у нас тоже. Погода такая хорошая. Вот.